не научно о том, что нам звезды всем. На самом деле, слушай, я предлагаю вот так, чтобы коротко по второму абзацу. Овны, любые обстоятельства складываются в вашу пользу на этой неделе чудесным образом. Навестите дедушек и бабушек, это на случай досрочной отмены карантина, они будут вам рады. От всей души готовьтесь к пикникам, которые, конечно же, случатся в этом году всенепременно, и не забывайте про средства защиты. Замечательные дни воскресенья, плохие дни среда и четверг. Тельцы, я предлагаю дальше. На работе, если таковая случится на этой неделе, вам поручат порулить финансовыми вопросами. Это, конечно же, для вас неожиданно, но согласитесь, что... Если есть чем рулить. Да, если вы еще не на карантине, не дай бог, а еще и на самоизоляции. В общем, да, плюс общение с деловыми партнерами вам обещают звезды, конечно же, в онлайне, как дополнительную опцию. Но не спешите с ответами, минутное замешательство не испортит ситуацию, скорее наоборот. Будьте гибкими, и будет вам счастье. Возвращайтесь домой вовремя. А лучше вообще не выходите из дома. Выходите аккурат к ужину на кухню. Лучшие дни четверг, пятница, гадкие дни понедельник. Близнецов ждет куча незавершенных дел. Важные вопросы тоже сами себя не решат. Если что, сложные решения сами себя не примут. Короче, вы все поняли. Не унывайте в любом случае, вы справитесь, как и всегда. Не забывайте про старые знакомства, про старые связи, они помогут вам. Пара телефонных звонков поможет решить все ваши проблемы. Помните, даже слона можно съесть по кусочкам. Не грызите себя за ошибки, бывает со всеми. Да. Офигенные астрологи. Дни, вторник и среда, серенькие, это суббота и воскресенье. Раки. На этой неделе звезды советуют вам не отказываться от дружеской помощи, она как раз вам понадобится. Денежные вопросы, разумеется, решатся. Решайте вопросы с крупными покупками коллегиально, ну, то есть посоветуйтесь с домочадцами и уделите максимум внимания своей второй половинке. Слушай, а что раки часто покупают покупки, совершают онлайн? Покупки, не советуясь со своими родственниками. Какой-нибудь рак приходит, дорогая, я сегодня купил автомобиль или там, не знаю, целый дом. Ну, бывают такие, я, конечно... У тебя нет знакомых раков? Да я сама рак. Боже мой. Написано, что если получится, рваните за город. Не надо рвать за город, если ты не собираешься менять режим самоизоляции. Вот не думайте даже об этом. Нет, если получится, рвануть, ну, там, на недельку. Вот. Сменив, как говорится, место самоизоляции. Кто-то шутил по этому поводу, что слава богу, что сейчас рвануть куда-нибудь в Италию, каких-нибудь там, вот у тех, кого всегда была эта возможность, не получится просто так. Поэтому, если можете, рваните, да, куда-нибудь в... Неплохие дни для раков – это вторник и среда, ужасные – суббота и воскресенье. Львы... Плохо. Да. Суббота, воскресенье, несмотря на то, что все-таки у нас так или иначе длинные каникулы, это же хорошие выходные. Не забывайте, что все это нужно делить как минимум на 12. Львы, хватит прятаться за спины других, пользуйтесь интуицией, а если что-то не используется, то, как говорится, атрофируется. Не позволяйте домашним ссориться с вами по пустякам. Вот это правильно. Предотвращайте все эти ссоры как можно быстрее, вовремя пускайте в ход тяжелый взгляд, грозный рык, выпускайте когти. Что там еще в вашем арсенале? Слушай, ну я на самом деле очень часто слышу от людей, что хочется с кем-нибудь подраться. Ничего себе дни для львов, это вторник и среда. Отвратительные суббота и воскресенье, так же, как и для раков. Вот, видимо, в обнимку или наоборот, порознь друг с другом раки и львы будут проводить нынешние выходные. Выходные. Девы, жеманство вам не к лицу, будьте естественны, проявите инициативу и находчивость. На рабочем месте, если, конечно же, таковое у вас имеется, ваши поклонники чахнут без вашего внимания. В общем, пошлите им воздушный поцелуйчик в WhatsApp или вот в Zoom. Не злите вашего партнера без особой причины. Милые дни суббота и воскресенье, гаденькие вторник и среда. Весы. Весам нынче подфартит. Любая безнадега
окажется им по плечу, можно почувствовать себя супергероем хотя бы раз в жизни, не ссориться понапрасну, вот. Ни с кем, это обязательно, меньше слов, больше дела, и так каждый день. Воскресенье припасло для весов романтическое приключение, ни больше, ни меньше, правда, опять же, лучше совершать его в режиме самоизоляции. Но постерегитесь, дорогие весы, ввязываться в авантюры, даже хотя бы, ну хотя бы даже, вернее, в самые рискованные, вот в маленькие можно. Солнечными днями для весов станут суббота и воскресенье, да, уикенд, а пасмурными вторник и среда. Скорпионы, не бегите от новшеств, это именно то, что вам нужно. Не спорьте, займитесь домашним уютом, не грузите свой мозг, а то, как говорится, полетит материнская плата. Что делать? Потренируйтесь находить компромисс. В самоизоляции это всегда очень тяжело, когда люди в одном пространстве по 24 часа. В общем, как говорится, не задвигайте своих поклонников на самый дальний план. Хорошие дни, понедельники, вторник у скорпионов на этой неделе, а мерзопакостные пятница и суббота. Да что ж такое-то? Не везет всем на конец недели, и все тут. Стрельцы. Стрельцам пора завязывать с эмоциональными всплесками и взрывами. Ты грешишь подобными? Постоянно. Все стрельцы этим грешат. В общем, как говорится, от этих ваших взрывов страдают все, и вы в том числе. А домашние уже стонут от ваших гневных тирад. Кот затыкает уши и тихонько отвечает вам ответом. Мне надо жаль, кота сначала завести. Не понимаете он... этого. Теплые денечки. Это вторник и среда, холодные пятницы. Так, подожди еще раз. Теплые вторники, среда, холодные пятницы. Туго идет работа с информацией еще. Вот я со стрельцами поделюсь такой вот, таким нюансом, который нам звезды. Козероги! Да. Давай про козерогов. Да, козероги. Лучшее время для того, чтобы навести порядок на книжных полках, в холодильнике, ну и самое главное, в собственной голове. Тщательно сводите дебет с кредитом, считайте деньги. Велика вероятность ошибки, которая может очень плачевно сказаться на вашем кошельке, семейном бюджете. Да. Не клюйте на изначально вроде бы как выгодные финансовые предложения. Это может быть фейк какой-нибудь. Обман. Но при этом у вас обострена интуиция. Вот. Видимо, во всем остальном, кроме денег. Причем до невероятных значений обострена, говорят звезды, ищите самое лучшее во всем. Из происходящего с вами и с вашими близкими можно заняться, например, йогой. По скайпу, ну или на зум-площадке. Посмотреть занятия на ютубе. Да, нормальные дни это со вторника по четверг включительно, ужасные дни и, опять выходные. И как и у всех на этой неделе, да, вы выходные будете тосковать. Водолеям пора прислушаться к собственным мыслям, иначе намечтаете себе что-нибудь типичное не то, как оно всегда с вами бывает. Не спорьте, это правда, займитесь интеллектуальной деятельностью прямо с утра. Раз в понедельника. Впереди интересное знакомство. Рабочие амбиции представителей знака не подождут, и проблемы тоже. Пора уже, как говорится, повзрослеть. Учитесь справляться самостоятельно, займитесь саморазвитием, тоже пора, и, собственно говоря, когда бы, как не в самоизоляцию, заняться саморазвитием. Даже самые ленивые уже записались на курсы всевозможные вебинары, и вы тоже присоединяйтесь. И отличные дни. Ваша привлекательность никуда не делась, да? Отличные дни для водолеев – это понедельник. Никто бишь сегодня не упустите его, он уже начался. Да, с понедельника займитесь самообразованием. Ну, а чуть похуже днями станут среда и четверг. Рыбы. Предстоящая семидневка окажется для рыб весьма удачной. Будьте искренними и перестаньте пинать балду. Пора, как говорится, и за парту сесть. Новая информация сама к вам в голову не залезет. Завязывайте с хвастовством и черной неблагодарностью. А то, как говорится, не видать всяких подарков от судьбы. Так, в личной жизни ждите приятных сюрпризов. Отличные дни, вторник и среда. Так себе выходные. Что ж такое-то? Слушай, странно. Выходные все, нынче... Да что же действительно с выходными? Надо посмотреть там, что с Луной, с звездами. Луна убывающая. Спокойный геомагнитный фон. А может, это все-таки действительно все с ключевской скобкой связано? Да. Вот такой, я не знаю, прогноз. Можно ему верить, можно не верить. Забирайте все хорошее. Ну, а, как говорится, всему плохому не верьте.